Идем, блядь, лудоманить, да. Играть в них. Давай, блядь. Сейчас выдаст мне армию премов, нахуй, компенсацию, блядь, да, потраченные нервы. 100 тысяч кредитов. Сюда, блядь, вот. 100 тысяч всегда хотелось ее накопить на танк. Три тысячи свободного опыта. Три тысячи свободного опыта. Все, изучу какую-нибудь пушку, блядь. Мне кажется, и мне не хватает, чтобы ее пробивать. Бланк переподготовки. И подготовим бойца получше. Очень нужные все. Или пламя безумие. Что-то. Точно, блядь. Пожар, блядь, это намек, знаешь. Это если бы я сначала бы пошел бы сюда, а потом бы играть, я бы понял, что я буду гореть. Все с намек. Тут еще уже, у меня уже 200 тысяч. День премиум аккаунт. Василий, спасибо. По поводу чего общения? Стрела от Старевича, блядь, который... Я опоздал на стрим. Чем закончился ваш диалог с Листой Дмитрий? Надежда есть? Василий, спасибо. Я не знаю, по поводу кого-то диалога, меня спрашиваешь, честно. Спасибо, спасибо тебе, Василий, за донат. Стрела, блядь, которая пронзила мое очко, нахуй, сегодня на стриме. Ледяная, блядь. Это первая версия. Вторая версия. Мне не хватает, блядь, ледяной стрелы, чтобы потушить свой пукан. 3000 опыта. Уже, блядь, скоро движок себе открою. Экипаж будет опытный. Играть начну. 6, блять, играть начну. Спасибо, спасибо, Камикадзе. Да, нарудить, походу, на приезд. Один день премиум аккаунта. Теперь у меня будет 4857 дней. Мне как раз одного дня не хватало дополнительного. Подольше поиграть. 6 тысяч свободки. Это, блядь, рацию ему. Планк переподготовки. Надо более опытный экипаж собрать будет. На. Стрела Царевича, блядь. Х2, блядь, поражение. И видишь этот? Пукан горит до сих пор. Вот, еще одну ледяную стрелу лес ты послал. Еще будет 4858 день. Так, ну это уже, блядь, почти гусеницы собрал себе. Чтоб сразу на таком танке не играть. 4560 дней уже, блядь, собрал премию нормально. Ложная цель, блядь. Ложная цель — это вот то, что я сегодня, блядь, запустил стрим на ВК. Блять, была ложная цель. Я слил 2% отметки на ровном месте. Там я же, блять, почти уже танк собран, в топ сразу собрал. Стиль пламя безумия. Ну, блять, это, знаешь, этот стиль, короче, один стиль туши, другой, блять, поджигает. Пятница развратница. Так. Ну, блядь, теперь я однозначно буду более опытный. 3863 дня. Сейчас экипаж. Ну, блядь, у меня стоит... Такой, блядь, игрой реальный экипаж только может спасти.
3 дня премиум, там 5864 дня уже. Где, блядь, прем танки? Уже 6025 дней. Все, у меня танк уже в топе, блядь. Называется ВК-7201. На ГК, блядь, взятый. Уже 6285 дней, блядь. Здесь 50 тысяч кредитов. Нормально. Это у меня получается 100... Все, все в хозяйстве сгнило. Дополнительный опыт забой. Опа, блять, прям танк вышел. Леший. Кстати, первый прям танк, ребят. Сюда, блядь. Я сейчас хуже сам, как леший будет. Ну что, свободку я получил. Кредиты у меня есть. Опыт набить я могу. Опыт набил, свободку перевел. Танк взял, в топ ввел. Экипаж переобучил там. Вообще идеально, блядь. Так, 250. Стиль пламя безумия. 735 стиль уже. Свободка. Меня только здесь свободка радует, на самом деле. Ну, еще какой-нибудь премчик. Бля, пиздец, я жестко сгорел, на самом деле. Реально, прям сильно сгорел. Не, это же не мой вообще формат. Ты чё, блядь, мне там спрашиваешь? Андрюха в игре хорошо разбирается. Андрюха знает, что спрашивает. Так. Опа, уже второй прем выпал на минуточку. А, там же этот есть обязательный прем, да? Это еще потом, блядь. Все, уже коробки вообще закончились. Да, это хороший ноутбук. Я лучше к этим столицам. Что такое не дать, не взять? Зубная боль в критические дни. Термал, спасибо, спасибо. О, 6 еще. Баланс подготовки.
Я вообще вот, я, мне интересно, кто-нибудь ковыряется реально в декалях, пытается их повесить. Ладно, камуфляж одел и все. Вот кто-то реально пытается развесить и разукрасить свой танк. Есть такие? Просто интересно. Блять, и даже тут на этом камуфляжке пожар. Тысяч кредитов. Понятно. Так, а сколько я купил? 100 коробок, мне дало 110, и в итоге я 2 према выбил, да? Это прям красиво делают. Может быть, играть будешь? Может, ты отстанешь, блядь, от меня? Я сам решу, что мне делать. У меня, блядь, пуканта горел, что нахуй. Блядь, сейчас еще пару боев таких провел бы и, блядь, просто летел бы, блядь, на орбиту. Все, хватит. Покойся. Дружище, ты откровенно то хер не забивай. Игру то спасать нужно всеми доступными и не очень способами. А так я рад шесть облюдать твои стримы на танках. Спасибо, спасибо, Василий. Чип-чип-чип-чип-эдэл. Мам спешит. Чип-чип-чип-чип-эдэл. Лучше всех. Они спешат туда, где ждет беда. Так, ладно, поехали. Все, я успокоился вроде. We'll be right back.